Сегодня 24 марта 2016 года, четверг. Теннисные корты на улице Жодро 40 в городе Минске. Время 13 часов и сколько-то там минут. Продолжается полуфинальный матч в парном разряде. Категория вторая турнира ТЕ Минск Стар. В синих футболках Никита Каширин и Петр Капускин, оба Россия. И в светлых футболках Александр Мягков и Петр Барбенков, оба тоже Россия. Начался второй сет. Первый сет взял билет Мягков и Петр Барбенков на тайбрейке. Во втором сете 1-1. Барбирюков выигрывает решающий мяч. И счет становится 2-1 в их пользу во втором сете. Второй полуфинальный матч закончился на третьем корте, и в финал выходит пара Даниэль Ибрагимов и Алексей Абазов, оба Россия. Петр и Никита сегодня первым запуском провели сложный трехсетовый матч в одиночном разряде, но тем не менее в парной комбинации подают. Правильное решение принимал Петр Барбирюков, но мяч через сетку не перевалился. По два во втором сете. На приеме Никита Каширин. Четко, безупречно у сетки играет Петр Капускин. 0-15 на подаче Барбирюкова. И вот уже Александр Мягков четко перекрывает сетку. 30-15.
Петр выполняет очень качественно, на втором ударе ошибается. 30-15. Спорное решение по поводу попадания первого мяча, но тем не менее судья промолчала, тем самым обозначая, что мяч попал. Барбарюкова проходит первую подачу и счет становится 3-2 в их пользу. Подает Никита Каширин. Четко с вращением играет надежно Никита на задней линии. И с отскока ошибается Александр Мягков. Первый мяч Никита не проходит. И второй также не проходит по 15. Безупречный косой короткий кросс в обводке или в исполнении Александра Мягкова. Не справляется Никита с этим мячом. Ошибается в аут Петр Барбарюков, и Никита будет подавать решающий мяч в первый квадрат. Четко собрал в сетке Петр Барбарюков.
дуэт Мягков-Барбирюков ведут со счетом 4-2 во втором сете. Первый сет также остался за этими спортсменами. Как видит площадку, ребята, как прострелил через корт, через коридор, как его движение, как прострелил через коридор. Проходит первая плоская подача у Александра Мягкова. Счет по 15. Успокойся, не болтайся, успокойся. Никита Каширин простреливает Петра, но не выходит. И очередное очко зарабатывает дуэт Мягков-Барбирюков и ведет 30-15. Четко сыграл Петр Капустин у сетки, положил мяч безупречно. Не проходит первый мяч у Александра Мягкова. И ошибается Александр при выполнении удара с отскока. Решающий мяч. Не проходит у Александра первый мяч. Второй вкручивает безупречно. Пытался обвести через коридор Петра Барбирюкова, но не удалось. Со счетом 5-2 в этом матче ведет дуэт Мягков-Барбирюков. Оба России. Ваше внимание, что несколько матчей данного турнира будут доступны в открытом доступе с комментариями Бориса Старика. Ошибается под ним.
Александр Мягков, но сантиметров 5, но аут был. Четко. Интересная особенность Петра Бондарчука. Он начинает звуковое сопровождение своих ударов, но при этом нельзя сказать, что он именно это делает, потому что ему так тяжело. Удары как раз он выполняет мягкие, спокойные, без какого-либо усилия. Но вот звуковое сопровождение, видимо, нужно рассматривать как некую хитрость. Четко закрывает сетку Никита Каширин. И счет пока что 40-0 на подаче Петра Капустина. Выигрывают дуэт Мягкова Бондарчука. Таким образом они выходят в финал парного разряда, где будут встречаться с представителями России. Это Даниэль Ибрагимов и Алексей Абазов. На этом репортаж заканчивается. С вами был Борис Ставиков.